Депутати Житомирської міської ради більшістю голосів ухвалили бюджет на 2018 рік. 27 депутатів з 34 присутніх проголосували за документ, попри те, що називали його неідеальним. У багатьох народних обранців, які представляють різні політичні партії, виникли запитання і до ситуації з виплатою зарплат медикам та освітянам, і до фінансової підтримки комунальних підприємств. Фракція ВО «Батьківщина» взагалі відмовилась голосувати за головний фінансовий документ міста через його незбалансованість. Втім, міський голова називає затверджений бюджет чесним. Это абсолютно честный бюджет в плане, мы показываем 200 миллионов бюджет развития, это вот те деньги, которые мы, на которые мы можем рассчитывать. Потому что в прошлом году мы показывали 300 с чем-то миллионов бюджет развития, распределяли эти деньги, а потом из этих денег каждый квартал или каждую сессию снимали деньги и на поддержку коммунальных предприятий, и на компенсацию по транспорту. И уже в июле проголосовали 17 миллионов на установку тепловых счетчиков в городе Житомире. Сейчас эта программа уже заканчивается. Поэтому это такой честный, объективный проект бюджета. Мы действительно в бюджете этого года сразу предусмотрели поддержку и коммунальных предприятий, и компенсацию трамвайно-троллейбусного управления за льготные перевозы, перевозку пассажиров. А эта сумма составляет суммарно приблизительно 130 миллионов гривен. То есть у нас уже в этом бюджете отдельно заложен этот резерв. И он не влияет уже на бюджет развития, как это было в этом году. Мэр Житомира також розповів, на що влада планує витратити 200 мільйонів гривень із бюджету розвитку міста в 2018 році. Что можно сделать за 200 миллионов? Уже сегодня проголосовано 64 миллиона на закупку автобусов. Тендер у нас проходит с сентября месяца. И ввиду позиции антимонопольного комитета, который нам уже четвертый месяц переносит этот тендер, мы все-таки надеемся, что мы выйдем в январе на закупку этих автобусов, для низкопольных автобусов для коммунального предприятия. Мы уже заложили софинансирование, и мы надеемся получить, есть большая вероятность, что мы получим софинансирование с Государственного фонда регионального развития примерно от 40 миллионов гривен на следующий год на такие большие объекты, как строительство третьей школы. Мы планируем до сентября, все-таки в сентябре, сдать эту школу в эксплуатацию. И уже в бюджете заложили 10 миллионов гривен на этот проект софинансирования. Мы заложили деньги на строительство, реконструкцию стадиона «Спартак». Мы заложили на строительство ЦНАПа. То есть, ну вот такие проекты, и на реконструкцию, фактически полный ремонт, капитальный ремонт инфекционного отделения первой больницы. Потому что оно в ужасном состоянии, он уже давно требует ремонта, и мы уже заложили в бюджет эти деньги на эту реконструкцию. Также на следующий год мы планируем, в январе уже будет объявлен конкурс на замену полностью всего освещения в городе Житомире. Это больше 8 тысяч светодиодных точек. Поэтому на следующий год основной упор – это транспорт. Основной упор – большие инфраструктурные объекты, освещение в городе Житомире. И сегодня был проголосован меморандум между Европейским банком реконструкции и развития и городом Житомиром, по которому мы планируем в следующем году произвести закупку за счет денег Европейского банка реконструкции и развития и за счет грантовых денег примерно 50 новых троллейбусов на город Житомир. Если все планы эти свершатся, то в следующем году мы получим от 20 до 40 низкопольных автобусов и порядка 50 новых троллейбусов. В принципе, это будет годом транспорта в Житомире.